На необходимость благоустройства сквера у 5-й школы внимание городских служб обратил глава Анапы Сергей Сергеев. Начались работы. Анапчане и гости курорта с пониманием переживали временные неудобства. Сотрудники ремстроя возле 5-й школы навели хороший порядок. Не стыдно будет перед отдыхающими. Я думаю, анапчанам здесь будет приятно отдыхать. Мне кажется, 2014 год серьезно доказал, что возврата к старому уже не будет. Двигаться нужно только грандиозным целям. Весной здесь, кроме того, еще будут разбиты клумбы, высажены цветы. Специалисты предприятия «Ремстрой» демонтировали бордюры, сняли старую разбитую плитку. Она пролежала почти 30 лет. Установили 15 скамеек. Для еще большего комфорта перестелили тротуарная плитка дорожки. Оборудовали пандусы для малоподвижных людей, для родителей, гуляющих детскими колясками. В сквере появились светящиеся фигуры, которые вечером светятся яркими цветами. Облагородили зеленую зону. Старые сухие аллергенные кусты срезали. На их место высадили быстрорастущие, дающие густую тень деревья, которые хорошо переносят местный климат. Подсадили по периметру и хвойные кустарники. Сейчас очень хорошо, уютно, есть лавочки, есть и чистенько, и обезопасена школа, и очень, очень хорошо, очень. По сравнению с тем, что было, и сейчас чудесно. Тот сквер был такой, что, как бы сказать, да, тротуара не было, в общем, ямы возле скамеек были, а сейчас и сделали прямо красота. Особенно еще вот ночью светятся вот это огни. Мы тут гуляем, потом все берем, и потом все покупаем и все водим. Сейчас лучше стало. Эти светящиеся фигуры красивее улучшили. Ну и, в принципе, зеленее стало, лавочки красивые поставили. Сквер очень хороший. Мне нравится. Мы тут частенько бываем с внуками. И так просто, и в банк вот заходим иногда. Чисто вроде бы так, хорошо, аккуратно. Сейчас сквер возле 5-й школы стал выглядеть иначе, преобразился. Теперь анапчане и гости курорта могут отдохнуть и приятно провести время в обновленной зеленой зоне.